Подкрепление! Атакуем Драконин! Вижу титан-класс «Авангард». Это Слоун. Ковчег направляется к вам. Теперь очередь Гюрзы. До встречи. Слеп корабль. Летим за ними. Поймал тебя, сынок! Приготовься! Паркер, рада тебя видеть! Рад помочь! Линкор Мальта на 10 часов! Охраняет Драконин! Мимо не пройти! Купер, нужен пилот на Мальте! Захватить палубу! Сейчас! Командир Брикс, ядро 6-4, можем забросить! Беги, нужен бросок! Принято, 6-4! Ты сможешь, Купер! Все как раньше. Не совсем. При броске между двумя движущимися платформами нужно учитывать больше переменных. Удачи.
сделать 6-4, Куп. Купер, мы не сможем доставить тебя прямо на мостик. Мимо этих пушек нам не проскочить. Высадим тебя у кормы, ну а дальше придется самому. Враг слева. Купер, я подойду, насколько смогу. Планируй прыжок как следует. Давай, пошел! Классный прыжок! Мы тебя прикроем, Купер. Лестницей человек! Они за углом! Следи за левым флангом! Держитесь, мы вас спасем. Купер направляется к главным пушкам Мальты. Не знаю, будет ли этого достаточно. Купер, быстрей. Пробит гипердвигатель, покинут корабль, покинут. Мы потеряли Кэмпбелл Брэкстон. Держать курс. Купер, нам не подняться, пушки ведут огонь. Убей канонира, с последними двумя мы поможем. Первая пушка обезврежена. Враг на пушечном последний. Врагов не видно. Купер, жди там. 6-4 поднимаются на борт.
На палубе Мальты остались работающие зенитки. Надо отключить их с мостика, чтобы мы могли приблизиться. Будет сделано. Отлично, Купер. Отлично, прикрывайте. Мы прикроем. Командир Брикс, понадобится ваша помощь. Ясно, Медведь, скоро буду. Путь к мостику лежит через тот ангар. Есть идеи? Брикс слушает. Чем могу помочь? Закройте дверь и держите корабль. Он не думает? Нет, нет, секунду. За мной! Работенка, что надо. Ага, не заскучаешь. Дэвид, пошевеливайся. У нас преимущество. Пробуем проводить готовность принять предполетную проверку. Работенка, что надо. Ага, не заскучаешь. Дэвис, пошевеливайся. У нас преимущество. Пиши! Прекратить огонь, так не пробить! Парень у лестницы! Цель на первом ярусе! Кумулятивные заряды готовы! Эй, Купер, смотри, как это делает 6-4! Пилот Купер, ты готов? Да, готов. Прорыв, прорыв! Чисто? Чисто! Вот так это делается! 6-4, за мной! Купер, иди к капитанскому пульту и отключи пушки! Купер, взломай пульт! Отключи пушки! Командир Брикс, Мальта наша! Отлично, 6-4. Купер, мостик пока твой! Доставай инфонож и заведи корабль в тыл Драконису. Баркер, доставь визит Куперу. Вас понял, выхожу. Держи, железный дровосек. Всем позывным. Разобраться с врагами и отходить к Драконису. Это все. Слишком низко. Давай конвер. Все правильно. Держи курс. Ты почти выровнял корабль. Да, Куп, ну все, получил. Вот твой титан, Купер, надоело мне с ним нянчиться.
передать управление пилоту. Купер, мы прикроем тебя сзади. Захвати палубу и иди к Драконису. Буду один. Гюрза на станции. Пилот, твое путешествие заканчивается. Небеса принадлежат мне. Некуда бежать. Негде прятаться. Вперед, атакую бандита. Подбита. Вас поняла. Поднимитесь на драконицу, захватите ковчег. Готовимся к переброске. Купер, готовьтесь к броску. Рекомендую покинуть кабину. Поправка на аэродинамическое сопротивление. Рассчитываю. Сохранена. Корабль быстро теряет высоту. Купер, вся надежда на нас. Сюда. Берегись, тут титан! Шлюпки! Быстро все в шлюпки! Приближаемся к камере ковчега. Камера слишком большая. Требуется импровизация.
наша помощь. Надо уходить с корабля. У нас мало времени. Сюда, Кубер. Уноси оттуда ковчег! Невозможно, мы заперты. Что ты делаешь? Директива 3. Я не потеряю пилота. Приготовьтесь к удару. Блиск, твои проблемы меня не касаются. Доставишь ковчег, как сказано в контракте. Тебе перечислят деньги в АМС. Держи деньги наготове. Притащу тебе твой бесценный груз, бездельник Венов. Эй, Титан! Ты откроешься и дашь мне то, что я хочу! Голосовая команда не распознана. Дайте, я просто выдерну его оттуда. Нельзя рисковать. Ковчег нестабилен. Послушай, герой. У тебя есть кое-что мое, и я хочу это вернуть. Давай, скажи своему Титану, чтобы открылся. Бити, открой тот люк, когда этот тип сдохнет. Что, пытаешься геройствовать? У меня контракт на кругленькую сумму, дружок. Скажи Титану, если не откроется, буду стрелять тебе в голову. Пилот в опасности. Зрительная система ограничена. Невозможно установить визуальный контакт с пилотом. Поднимите его. Поднимите его. Теперь видишь? Тут он, тут, вот. Да? Теперь видишь? Функции нарушены из-за тяжелого повреждения. Меня не колышет, что у тебя там нарушено. Я знаю, там, внутри. Кое-что точно еще работает. Теперь открывайся, а не то я твоему пилоту башку вольну. Считать, небось, еще не разучился? Считаю до трех. Раз. Два. Три. Да, нетрудно было, правда? Главная беда командной работы, если вместе не побеждаете, то вместе и умираете. Хорошая попытка. Спокойной ночи. Отсюда ковчег! У нас мало времени! Задание. Но вы можете. Возьмите.
Нажмите все капли. Это ваш самый верный шанс выжить. Твой титан готов. Можешь его вызвать. Ожидание высадки титана! Привет, Джек. Рад, что ты вернулся целёхонький, BT. Более 25 тысяч деталей. BT-7274 на связи и готов к бою. Пора завершить нашу миссию. Супер, я бросаю на МС все, что есть.
Но этого не хватит, чтобы вывести из строя искажающее орудие. Заберите в его комнату управления. Командир Брикс, всем боевым станциям. Нужна ближняя огневая поддержка для Купера и Бити. Прикройте их любой ценой. Вас понял. Выполняем. Купер, забирайся на пол, мы прикроем. Вперед! Вижу за целями! Открываю огонь на опасной дальности! Район вы зашли, ополченцы. Твое время вышло. Попробуй. Это врага уничтожен.
Близко и Слоун впереди. У них ковчег. Двигайся дальше. Мы должны любой ценой предотвратить залп искажающего орудия. Иначе погибнет планета Гармония. Сотрудникам АМС. Это генерал Мардер. Наемники доставили ковчег. Приготовьте искажающее орудие. Активация систем питания искажающего орудия. Питание на маяки наведения. Задать место. Планета ополчения Гармония. Инициация систем нацеливания. Гармония. Координаты 264,588 заданы. Получил свои деньги, Близко, а теперь ступай. Теперь очередь моей армии. Вовремя зачесали. А, что, пытаешься геройствовать? Он твой. Забирай, что останется. От него едва ли что-то останется. А этим я займусь из атак.